Всем привет! Сегодня 31 декабря, мать его, еще 20-й год, 8 вечера, и я сейчас нахожусь возле клубхауса клуба Angels MC. Почему, вы скажете, я еще здесь? Да потому что каждый год 31 декабря у клуба есть традиция. А что это за традиция? Смотрите в этом видео. О! У нас даже плед приехал сегодня на мотоцикле 31 декабря. Ну, красавчик! Всех с Новым годом! С новым счастьем! Ну, потихоньку люди подтягиваются. Ну, хочу сказать, что много людей не будет, потому что у каждого семьи еще что-то там. Что оливье. Еще бывает? Оливье рубают, там, омары щелкают. В общем, потихоньку собираемся, но я хочу сказать, что основатель этой традиции, наш одноклубник, это Русик, и он сегодня проведет экскурс по этой традиции, поэтому усаживаемся, наливаем шампусик и смотрим. Так вот, дорогие друзья, по старой традиции, уже 10 лет, скажем, такой юбилейный год, каждый год 31 числа в 7 часов вечера мы встречаемся вместе с одноклубниками попробовать рюмочку граппы, которую я настаиваю с лета, а иногда даже и больше, чем год, вот, по специальному немецкому рецепту, вот, и по секретному, конечно, рецепту с секретными ингредиентами. Я не буду рассказывать. Я как бы рассказывал, что там присутствуют орехи, там присутствует еще кое-что, но самое главное останется в секрете. Если хотите попробовать, приходите каждый год. 19:00, 31 числа, мы пьем рюмочку граппы. Но в этом году к этой рюмочке граппы мы добавили еще немецкий штоллен, который для нас испек знаменитый немецкий кондитер. Вот так он выглядит. Это рождественский пирог, кто не знает. Очень вкусный, он очень долго готовится, очень сложно и так далее. И тому подобное. Поэтому у нас уже в традиции не только рюмочка граппы по немецкому рецепту, а еще и специальный немецкий штоллен по специальному немецкому рецепту. Мы вас ждем каждый год. Кто хотите, приезжайте. Всех с наступающим 21-м годом. Да подожди, давай, наверное, нальем и что-то выпьем. Так я думал, уже все, а потом будем бухать. Нет. Ну все, давай, залез. Подожди. Процедура. Так подходит. Вот, вот всегда вот так начинает, сам поздравил все это. Подождите, это еще не все. Самое интересное впереди. Я сейчас думал, бухаем. Не, ну сейчас это. Ну, хорошо. А потом еще ж поздравим, там и так далее и тому подобное. Согласен. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Не, ну вы все поймете, что вот после рюмочки граппы дома. Дома. Дома делать уже нечего. Нет, дома вас ждут более радостные лица. Вот у вас больше дома, скажем, праздника, чем было до того, как вы уехали на рюмочку. Она сладкая, сладкая, конечно. Ну, я же сказал, там сладкая. Есть я, орехи, я, сахар. Я, любимый муж, к жене верну сладенький. И дальше все пойдет как по маслу, понимаешь? Стартануть надо именно в 7 часов вечера, поэтому за Bike Club Angels. Так, вот и ворон пришел. Только этого мало. Так, смотри, я тебе... Это более... Это менее настоянное. Это менее настоянное. Я тебе наливаю. Ты пробуешь. А потом я тебе добавляю туда более настой. Вместе они все в хорошем сочетании. Пусть уже придет 21-й год. Да, 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 это... Ну, я тут и так не выпью. Я уже просто... Давно отдыхаю. Когда людей было больше, была одна бутылка, и выпивали ее полностью, и я ставил ее каждый год летом в июне, и до Нового года ее выпивали. А потом стало людей больше, я стал делать две бутылки, их выпивали. А потом людей опять стало меньше, и получается, одну бутылку выпивают, я ее ставлю, а вторая еще настаивается, догоняет. Поэтому одна получается крепче, а одна получается более настойной. Слушай, ну ты единственный приехал сегодня 31-го на мотоцикле. Что ты прячешься? Должен вообще в центре стоять. Да. Дай бог тебе. Ты должен быть в центре. Он уже мертвый, нахуй.
Дорогие братья, мы провожаем 2020 год. Он был нелегкий, но он был. Мы все, слава Богу, живы, здоровы, мы все вернулись из поездок, мы все прошли этот путь. И пусть он уходит. Да, он был, какой он был. Поэтому не будем его, скажем так, ругать. Он нас как-то провел до сегодняшнего дня. Спасибо ему. Но впереди у нас 2021 год. И, конечно, все надежды на этот год. Все хотят, чтобы закончилась пандемия. Все хотят, чтобы мы опять ездили, как ездили. Все хотят, естественно, больших тусовок, байкерских мероприятий и так далее и тому подобное. Поэтому хочу пожелать всем, чтобы в следующем году все были живы, все были здоровы. Всем процветания. Всем расширения, всем клубам, пусть расширяются, в особенности наш. Вот. И самое главное, ровных дорог, новых горизонтов. И чтобы все возвращались обратно домой живы и здоровы, и целы. Всего наилучшего. Увидим, что будет в 2021 году, но я уверен, будет все хорошо и прекрасно. За байк-клуб Angels. Ип! Ура! Ип! Ура! 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 Добавить Русичек ничего. Сказал отлично. Все, просто молодец. Можешь же, да? Ну, не знаю. Просто спикер верховный. Снимаем до сих пор.